89-го года этот костюм, точнее, почти полное его отсутствие, набирает моду благодаря группе, взявшей его себе в название. Комбинация. Еще не успев стать тривиальной, главная тема этой песни все в той же модной волне. Девочки-проститутки в поисках заграничного принца. По тем временам это был смелый клип. Это был революционный клип. Революционный. Да вообще сама группа была революционная. Группа была правда здесь. Да. Сколоченной в прошлом, в 88-м году в Саратове, из трех школьниц и трех студенток группе, провинциальность в образах придумывать не приходилось. Провинциальные девочки, которые вот сюда приехали, они попали в валютный рай, отель «Космос», где жили там иностранцы и все прочее. Тут мы снимаем этот клип, вот в этом самом месте. Глаза вот такие, желание, там, я не знаю, выпрыгнуть не то что из штанов, а из кожи. В общем, имидж создавался спонтанно, можно сказать. Имидж создавался. Его не надо было, не было такого слова имидж, и, не было, и нечего было создавать. Мы такие были с голыми задницами, с горящими глазами, с бешеной энергией, и нам, в общем, было по барабану. Группа «Комбинация» — это, конечно, не «Виагра». И тем более не блестяще. Никакого гламура, никакой специальной эротической агрессии. Только смешные, но честные исповеди. Мы — милашки, куклы-неваляшки. Я мечтаю жить на Ямайке. Мы были лицом страны. Такие девушки, они вот 98% были в стране. Типовые. Типовые, понимаете? Не придуманные, не вылизанные, не сделанные. Там, ну, в общем, они живые были. Может быть, поэтому как бы вот в сердце и закрались. Первый альбом они записали в саратовском ресторане за 7 часов. Его всесоюзный успех сродни русскому обожанию народных умельцев. «Комбинация» будет популярна, пока будет популярна тема забытой и забитой русской провинции. Девушки пели о простом, о заграничной мечте. Какие люди в Голливуде, твоя вишневая девятка. О вишневой девятке. О двух кусочках колбаски. Вот не кусочков же. Самый успешный их альбом назывался «Московская прописка». А главная песня была о главной профессии 90-х – бухгалтер. Срисованный в этом клипе 92-го года класс новых русских делает комбинацию чуть не самыми едкими выразителями эпохи. Равняться времени вынуждает и неустанная конкуренция с вдохновителями комбинашек – группой «Мираж». Вообще, «Мираж» и «Комбинация» – это такие два главных героя вот конца 80-х попсе. Почему «Ласковые мои» еще тоже? «Гражданская оборона» тогда звучала из каждого магнитофона. Героев было много, но такую поп-культуру действительно ярче всех, наверное, представляла группа «Мираж».